Hanno mondo attuale. Вот ты прикинь, вот снимай меня. Прикиньте, нам, вот мы 26 числа здесь находимся, нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, штурмовики. Мы штурмовики, мы не тероборона. Она сейчас только этому об этом... Мы автоматы еще не видели. Автоматы не держали. Автоматы не держали две недели. Вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранат. Сказали, гранат нету. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона пришли сюда. 10 километров. Назад. 10 километров. Оттуда пришли сюда, да. Как подается офицерами воевать? Они продадут там же, у нас на Украине. Вот так вот. Давай построим!